люди, которые были в политбюро, они были все славянского происхождения. Русские, украинцы, белорусы. Я там единственный был в Москве, член политбюро азербайджанец, мусульманин. Но Тихонов мне сказал, так извиняясь передо мной, вы знаете, ну, там должен быть и русский, или крайном случае, вот дословно я помню его слова, украинец или белорус. Я ему сказал, знаете, Николай Александрович, запрасно вы извиняетесь, так? Я и не думал об этом, я и не претендую, и будьте спокойны. Беда в том, что Горбачев, после того, как мы его избрали генеральным секретарем, через короткое время очень резко изменился.